Привет всем! Сегодня я вам покажу пляжи, на котором мы отдыхаем, и тут в округе, которые есть. Утро, 7:30, еще никого нету, все спят. Так, несколько туристов только на прогулках утренних. Пляж пустая, песочная, там песочек, камешки чуть-чуть при входе. Людей пока мало. Существенно мало по сравнению с тем, что мы вчера, когда ездили на ту баску, так там вообще нету даже никуда присесть. Ну, а здесь место выбирай, где хочешь. С субботы начинается сезон, так что будет очень много людей. Набережная. Магазинчики, ресторанчики. Там напротив ресторанчик рыбу можно попробовать. Специалиты, мороженое, тоже кафешки, фастфуд там за углом быстрого приготовления. Ну а здесь приплывают лоди, лодки, катера. А сейчас я вам покажу пляж, на который отдыхаем мы. Так выглядит наш пляж. Тоже еще пустой. Первый посетитель — кошка. Можно переодеться здесь. Чистая, спокойная вода. Так протянулась набережная.